Су-35, красивый и опасный, сверхманевренный и надежный, способный преодолевать сверхзвуковой барьер без включения форсажа. 8 тонн боезапаса, изрядный аргумент в любом споре, кто круче в небе. Электроника вкупе с боевой нагрузкой позволяет одновременно поражать до 2 наземных или 8 воздушных целей. Сопровождать до 4,30 соответственно. Управляемый вектор тяги, который позволяет маневрировать даже на минимальных скоростях. Считается, что Су-35 является глубокой модернизацией Су-27. Но эта модернизация настолько глубокая, что можно сказать, что это фактически новый самолет. Взять тот же планер. Он не имеет переднего горизонтального оперения и тормозного щитка. Значительно усилен и доработан. Торможение при посадке осуществляется отклонением рулей направления в разные стороны. Поколение 4++ является условным для Су-35 и лишь указывает, что по совокупности характеристики истребителя вплотную приближены к характеристикам истребителя 5-го поколения. В принципе, не хватает только АФА. Зато есть то, что позволяет Су-35 быть первым в списке самого опасного вооружения России при гипотетическом конфликте с США. По мнению National Interest, Су-35 экстремально опасно для любого самолета НАТО. Эксперты указывают на то, что опасность Су-35 связана с очень большой загрузкой ракет воздух-воздух дальнего радиуса действия, возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманевренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы. Су-35 оснащается 2 современными двухконтурными двигателями с максимальной мощностью 14 тысяч кг сил, с помощью которых Су-35 развивает скорость в 1400 км в час у Земли и 2500 км в час на высоте более 11 тысяч метров. Изменяемый вектор тяги – это то, что помогает довольно тяжелой машине выделывать в воздухе на зависть конкурентам фигуры типа колокола, кобры Пугачева или продемонстрированный уход из-под ракетного удара в горизонтальной плоскости, или блинчик. Вообще, такой фигуры в мировой практике нет, но это только потому, что кроме наших самолетов ее никто пока не может сделать, когда 25-тонная машина изображает из себя падающий кленовый листик. ТТХ самолета в открытом доступе, и не имеет смысла долго перечислять все, чем он может быть вооружен. Су-35 – это очень впечатляющая машина. Возможно, действительно, лучшая у нас. What?